Всем привет, я Антон Зиньковский. Сейчас я попробую повторить гол Антона Бобра в ворота АЗ. Да всех это касается. Это касается и Лелтона, который уже не ходит вперед. Смотрите, насколько чаще нарушали голландцы одни правила. Это им просто повезло, что арбитр позволил ему... Гол! Гол 5-3! Но это изумительно! Бобер что делает с левой ноги? 5-3 в пользу самарских крыльев. И прекрасные шансы у самарцев сегодня. Но, в общем, доказать, что они просто лучше Алкмар. Я попробую, конечно, но... Спасибо. Не, вообще, изи. Изи катка. Да ладно. Видели, да? Почти. Ладно, настроились. Один показываю и уходим, правильно? Надо было брать другой челлендж какой-нибудь. Есть еще какие-нибудь? Вот! Почти. Тут вратаря не было. Да нет. Ну он чуть выше, блин. Это победа с третьего раза, словил, все нормально. Богдан, сколько попыток было? Очень много. Я не буду говорить это в эфире. Подписывайтесь на канал Крылья Света в YouTube и пишите в комментариях, кому и какой гол забить следующим.